Здравствуйте. Вас интересует бесплатный английский для начинающих. А вы облазили весь интернет, но не нашли ответа. А я могу дать ответ. Это называется канал на YouTube «Супер Репетитор», то есть я. А здесь есть огромное количество видео. У меня видео 286 штук. Я обещаю, что их будет 1000, их будет 1000. То есть здесь освещены все темы английского, допустим, письмо, деловой образец, методика английского языка, метод Ильи Франка. Вот это рекомендую. Скачайте в интернете, оцените, это толковый человек. Как учить английский, как выбрать курсы, потом далее. Деловая переписка. У меня даже 5 уроков на эту тему. И все бесплатно. Потом... TOEFL, Work and Travel – это программа по языковому обмену, как поехать. Фонетика английского языка. 3 урока. Можно эту тему рассказывать более развернуто, можно и 2 семестра, но для начинающих я выделила основные пункты. Есть пару юмористических видео, потом далее. Прикольный английский. То есть вот английский с картинками, который вы будете смотреть, и картинки вам зайдут в память, потому что английский без текста вам... не будет учиться. Строгий репетитор подготовит к ЕГЭ. Это тоже я. Теперь непосредственно то, что вам является полезным. То есть, вот, In Use Grammar видеоурок 75. Это книжка «Грамматика Мерфи Синия». Для вас уже сделаны все видеоуроки. Вы можете их посмотреть, и вам понравится, вы выучите. Вот, для вас сделан английский алфавит. То есть вы английский алфавит сейчас знаете, не знаете, просмотрите мое видео, и вы выучите английский алфавит. А потом, английский разговорник, я видела, 67 человек это интересует. Если интересует, то вот и ответ, который будет достойным. А насколько много людей интересует 25-й кадр? 25-й кадр не работает. Можете просмотреть мое видео и узнать, почему 25-й кадр не работает. Английские песни тоже на YouTube. Как можно учить английский с помощью YouTube? Программы, которые популярны. Tell Me More и Rosetta Stone. Rosetta Stone средняя. Что важно в Rosetta Stone, что там текст подкрепляется картинкой. То есть я вам говорю, dog, собака. Вы думаете, угу, dog, собака. Ну, в принципе, понимаю, но не сильно... осваивают. Когда вам нарисовать прикольную собачонку, возьмем с Простоквашино, а вы думаете, ага, вот эта собачка dog, теперь я запомнила. Теперь едем чуть-чуть вниз. Работа знания английского и друзья с нашей Раши. Неправильные глаголы английского языка. 221 человек просмотрел мое видео, один человек меня похвалил. А можно было бы и больше. Теперь чуть-чуть ниже. Пол Экман, «Психология лжи 2», «Психология лжи 1». Это талантливый человек, рекомендую просмотреть. Потом, американский сленг. Сленг – это красивые, прикольные выражения. То есть можете сказать иностранцу «I'm high», в смысле, что-то ты не то рассказываешь. Теперь чуть-чуть ниже. Репетитор, мифы, заблуждения и так далее. Теперь, как это можно выразить вторыми словами? У меня есть канал на YouTube. Заново. Называется «Супер Репетитор». У меня 4470 просмотров видео. Канала 268. 7 подписчиков. То есть вы можете добавиться вот сюда подписчикам, и тогда сектор халявы будет расти. То есть мне надо же стимул, чтобы делать видео. Вот сколько человек меня считают хорошим. Если вы сюда добавитесь, то этот канал будет еще больше. Ну, лучше всего, если вы будете у меня учиться. Учиться со мной стоит 300 рублей одно занятие. Почему это выгодно? Потому что я являюсь носителем английского языка, я увлеченный человек своим делом, и я наштампую 1000 видео. Вы увидите, 1000 видео у меня будет. А вы подумайте так, если у этого человека появится 1000 видео, то да, я буду учить английский. Нет, я не буду смотреть. Но я свое слово сдержу, я человек упертый.
А вам советую добавиться Smart Teacher 197, провести бесплатный демо-урок и понять, что надо учить английский с теми людьми, которые верят в то, что вы выучите английский язык. У меня некоторая страсть к преподаванию английского языка, у меня выражена даже в профиле. Род деятельности, образование, интересы преподавать английский, репетитор по скайпу, носитель английского языка. Вот здесь можно было бы дописать native speaker, 300 рублей занятие, первый урок бесплатно. И это все правда. Добавляйтесь на мой канал, и интернет будет хорошим местом, где люди могут узнать хорошую информацию и действительно расширить кругозор. Добавляйтесь и на мой канал, и вы увидите. Учебного видео у меня будет 1000 видеороликов. Всего наилучшего и буду.